Мистер Пикл, ну пожалуйста, верните мой телефон! Я тебя уже много раз предупреждал, что если еще раз ты будешь играть в телефоне на моих уроках, то я заберу телефон и больше никогда не отдам! Я больше не буду играть в телефоне на уроках! И вообще, я вызываю твоих родителей в школу! Ага, раз так! А, вот смотрите, вот как раз-таки здесь и мистер Пикл лежит и спит. Раз так, тогда я попрыгаю на вашем животе. Смотрите, как я подпрыгиваю. Вообще, вы видите, как я подпрыгиваю? Ну вот это вы наели. Живот мистер Пикл большой. Много, наверное, бургеров съели. Так, а это что нельзя? Ну, естественно, первым правилом это будет, что нельзя использовать телефон. Естественно. Так, что на нашем глазе находится? Алфавит большой такой. Еще и камера. Зачем нам в классе камеры? Да, это вообще странно. Вот это мистер Пикл здесь лежит. О, вот так подпрыгнула я. Так, здесь еще есть какая-то кнопка. Да, конечно, класс мне очень мой нравится. Минус мистер Пикл, который постоянно у меня забирает телефон, даже когда я в нем не сижу. Просто увидит то, что он у меня торчит из рюкзака и сразу бежит забирать мой телефон. Вообще, вот дает этот мистер Пикл. Даже часы не может батарейки на часах заменить. И то, вот знаете, по одной минуте крутится и все. Больше никак. Да, даже батарейки не может заменить. Ладно. И, пожалуй, я покину урок по собственному желанию. А, ну, потому что, знаете, я не хочу что-то в этом классе вообще находиться. Давайте мы взяли с вами стул и давайте мы сюда поднимаемся. Вы готовы? Все. Я ухожу из этого класса, естественно, по собственному желанию. Так, смотрите, мы уже вот с вами здесь. И что нам нужно здесь сделать? А, ну просто пройти. Ничего сложного здесь нету вроде бы. Так, вот давайте вот сюда вот так проходим. Вот это, кстати, очень легко, но у меня такой один вопрос. Как такое может быть находиться в вентиляциях? Вы только посмотрите, вот эти шипы, они вот так вот... торчат, и это так странно. Вам это не кажется? Мне как раз таки кажется. Поэтому я буду залезать еще выше. Давайте залезаем вот сюда. Да, вот здесь какие-то еще вещи крутятся. Они что, летают? У вас в школе тоже вещи летают? Ладно, что здесь? Нажми на кнопку. Зачем мне вообще на нее нажимать? Я ж могу просто попрыгать. Не могу пропрыгать. Мне придется все-таки наступить на шипы, потому что мне нужно было нажать на эту кнопку. Вот так нажимаем. Ой, какой-то воздух пошел. Эй, почему я летаю? Что это такое? Вы видели только что, что это было? А мне понравилось. Смотрите, а я летаю. Ого. Только посмотрите, вы тоже в школе у вас летаете? Я, да. У меня в школе я могу полетать, потому что я ж пушинка. Вот и все. Так, куда же мне нужно идти? Подниматься вот сюда? Нет, все-таки не сюда. Пожалуй, я пойду сюда. А здесь я могу полетать, а здесь уже нет. Ну, зато я могу подняться по лестнице. Это реально я умею. Так, use boxes. То есть, используй какие-то коробки. А где коробки-то? Где вот эти ваши боксисы? А, вот они. То есть, я могу из этого, то есть... А, мне нужно вот сделать так, чтобы я поднялась вот туда. Да, ну потому что, а если вот так? Нет, так я не могу. Так, давайте я возьму еще одну коробку. И построю, естественно, типа мини-лестницу. Давайте вот еще одну коробку берем. Вот так вот. Берем коробку. Вот сюда вот поднимаемся и ставим ее. И у нас такая лестница. Ну еще можно вот, чтобы у нас была прям лесенка-лесенка. Давайте мы вот как-то так сюда впихнем, если мы, конечно, влезем. Думаю, что нет. Но я вообще хочу все использовать, чтобы никому ничего не осталось. Чтобы только я могла... вот смотрите, как это удобно было. Вот так, отлично. Все, сейчас я точно могу забраться. Вот и все, я использовала коробки. И забралась вот сюда. Да, вообще классно, конечно. Так, давайте вот сюда проходим. Вот сюда вот идем, вот так. По этим трубам странным. Да, вот это вентиляция большая. Да это не вентиляция даже. Ну, странно. Так, открываем двери. Здесь опять нам нужно подняться, чтобы мы поднялись вот туда, как я вижу. Потому что стрелка идет туда, этого надо ничего. А здесь куча вещей. Ну, а так больше здесь ничего нет. Я просто возьму лестницу, чтобы ничего не усложнять. А то, знаете, я буду таскать вот эти вазы, и в итоге так и не поднимусь. Лестница — это самое легкое, что может быть.
Ну да. Только нам нужно поставить ее как-то во, вот так отлично, знаете? Как вот нормальные люди все ставят, а не, как, не как-то поперек. Может быть, мне нужно подпрыгнуть? Нет, все-таки не нужно мне было подпрыгнуть, потому что, ну, знаете. Ладно, теперь спускаемся. Да, вентиляция такая странная. Так, спускаемся вниз, мы уже спустились. Так, что здесь это? Так, здесь ничего нету. Ладно, идем сюда. Так, здесь тоже ничего не открывается. Падаем вот сюда, и где мы с вами оказались? Подождите. А, мы уже с вами выбежали из класса. Да, вы тоже так из класса выходите, странно. По вентиляции мы все такое. Если честно, нет. Так, этот класс... А, вот это мой класс! Эй, мистер Пикл! Мистер Пикл, я ушла из вашего класса. Да, а он даже вообще ничего никак не замечает. Эй, иди сюда! А успеешь подписаться и поставить лайк за 3 секунды? 3, 2, 1. Молодец! Он меня все-таки уже заметил! Блин, что мне делать? Мистер Пикл идет за мной! А ну-ка иди сюда, девчонка! Ты что, ушла с моего урока? Я! Почему ушла с вашего урока? Потому что вы спали! И что? Иди сюда! Вот смотрите, там есть какая-то дверь, нужен красный ключ. Я его где-то видела. Я где-то видела красный ключ. Вот он, вот он, вот он. Давайте берем, вот берем, все, взяли. Ой, чуть меня мистер Пикл не поймал. А ну-ка иди сюда! А не пойду. Так, куда мне идти? Ладно, пойду направо, по-моему, это было здесь, да. И давайте открываем эту дверь. А-а-а, нет! А, блин, вот эта девочка... Она ушла из своего урока! Но все, вызывай родителей! Ну ладно, вызывай, заодно я уже... А где это я? Это что? Что это такое вообще? Я что? На физкультуре? Ого! Вот это да! Блин, какой здесь классный зал для физкультуры! Вот это да! Это надо же было... Такой построить в школе. Я мечтала бы о таком. Ну, знаете, типа как на разминке. Вот. Вот, смотрите. Так это же вообще очень классная разминка. Для... скажите, я скажу. Вообще классная разминка для физкультуры. Знаете, так мышцы вот поразминаешь вот здесь вот. А не то, что бегать 10 кругов. Или даже больше, точнее, весь час. Разогрелись. И давайте мы вам 2 минуты дадим мяч в футбол погонять. Вообще классно! А здесь можем и прыгать, и бегать, и все такое. Вот это вообще разминка классная. Надо идею подсказать моему физкультурному учителю. Так, вот здесь какие-то еще вот это. Вот смотрите, вообще ж классно. А это что такое? А, здесь нужно забираться, и я лечу! Опять я улечу, как в начале. Да, только там куда-то штучка эта улетела. Ну ладно. Так, здесь нам... А, это смотрите... Вот сюда вот так прыгаем, вот сюда вот здесь тоже так прыгаем. Но вот это все, мне кажется, очень даже легко. А то, знаете, нам говорили здесь то, что будет здесь разлыка. Ну, ладно. Так, сейчас забегал, забил! Как ты забил? Вот смотри, сейчас я забью. А, давайте вот так. Оп. Блин. Ладно. Вот сейчас я точно забью. Смотрите, 3, 2, 1... Есть! Я забила! Что? Это мистер Пикл? Это что, Сигвей? Ого, или как оно называется? Это где он такое взял в нашей школе? Ого, не думала о том, что мистер Пикл так успеет все это. А ну-ка, иди сюда, смотри, я сейчас тебя догоню. А не догонишь, мистер Пикл, смотри, так я и поверила. Ты что, ко мне так близко? Так, открываю это не здесь. Вот здесь это. Да, есть. О, не может быть. Я должен тебя поймать. А не поймаешь, мистер Пикл. Он вообще меня не может не догнать, ничего. Так, что это такое? А, это мне опять нужно взять мяч. А, он мне упал или что? Ладно, все, беру. Вот и все, давайте вот, вот так кидаем. Вот сюда. Отлично, я сразу попала. И смотрите, вот здесь выдвинулась такая штучка. А ее раньше не было, а то есть, если бы я пошла, то бы я попала бы на шипы. Ну, все, в принципе, понятно, а нет? Так, следующий, мне вот прямо интересно, что это, опять мы летаем. Я не хочу опять летать, знаете, мне не очень нравится вот эта куча раз так летать.
Не знаю. Ладно! О, так нужно опасаться лазеров, потому что если я попаду на лазеры, мне будет просто... Ну, не очень приятно будет, не очень приятная история будет, но ладно. Все-таки давайте вот сюда идем. И вот так вот. Все, а сейчас мы опять войдем в вентиляцию. Как всегда, в принципе. Ну, нужно же все-таки мне было уйти с урока по собственному желанию. Все-таки давайте. Все-таки мне телефон же нужно забрать как-то. Хотя я его не смогу забрать, но зато могу уйти от мистера Пикколо. Так, опять спускаемся сюда. Боже, это что за лабиринты-то такие? Я не удивлюсь, если мистер Пикколо окажется прямо здесь, в этой вентиляции. И что, там дырка? Нет. Вот только сейчас! Вот. Так, вот здесь мы были недавно, и здесь где-то должен ходить мистер Пикл со своим Сигвеем. А здесь мы уже с вами... Это что такое? Это столовая! Ого, какая большая столовая! Ну, знаете... Те, кто боится высоту, то... О, я взяла энергетик. Ого. Ну ладно, зато у меня сейчас больше энергии, чтобы убегать от мистера Пикла. О, так я точно так могу убежать от мистера Пикла. Только мне не нравится одна вещь. То, что я так быстро бегаю. Так, давайте вот здесь. Вот так, здесь вот так. Опля. Вот так вот подпрыгиваем. Отлично. Все у нас получается. Так, вот здесь тоже прыгаем. Прыгаем, вот так вот. У нас вообще, кстати, вот мы выпили энергетик, и все, вот сразу, вот смотрите, жизнь загорелась просто. Мы сразу и прыгаем, и все. Что? Это я рыгнула? Фу! Не думала, что я такое еще и умею делать. Опять этот мистер Пикл, да где ты? А, это сейчас я что, буду играть в гонки с мистером Пиклом? Ну ладно, ты готов? 3, 2, 1! Ты че меня обгоняешь? Так нечестно! Меня мистер Пикл обогнал! На 2 секундах он уже был это! Так нечестно, мистер Пикл! Блин, вот это она! Я старая! Отойди, мистер Пикл! Так нечестно, я сейчас тебя обгоню! Он меня подрезает! Он меня подрезает! Так нечестно! Нет! Я не позволю этого сделать! Смотри! Вот сейчас! Вот так! Не-не-не-не-не-не-не-не-не. О, смотри! Как я тебя обгоняю? Он мне подрезает? Да такого не может быть, мистер Пикл! Вот это вы даете, конечно, мой учитель дорогой, который меня подрезает постоянно. И сейчас вы приедете первыми, да? И не-не-не-не-не-не-нет! Нет, так нечисто! Нет, я первая должна приехать! Я первая должна приехать! Нет! Мистер Пикл, ты то есть еще и предлагаешь сейчас с тобой поиграть на перегонки? Ну вот смотри, я сейчас точно выиграю. Вот увидишь. Едем. Так, я пока что вторая, и мне это не нравится. Мне нужно как-то действовать так, чтобы мистера Пикла мне обогнать. О, смотрите, вот так вот едем. И я первая, есть. Да, я то есть сейчас обгоню мистера Пикла. Смотрите, он прям сзади меня едет. Ну все, это точно победа. Вот увидите. Вот смотрите, опять здесь берем ускорение. Вот так вот. Теперь вот здесь вот едем. Отлично. Вот здесь тоже берем ускорение вообще везде. И так я вообще уже не вижу мистера Пикла. То есть он вообще какой-то нуб в этом... Ну, да, естественно, это же мой учитель. И он, в принципе, много бургеров ест. Поэтому я сейчас точно выиграю. Смотрите, открываем двери, едем вот сюда, вот так вот. И победители, кто же это? И это, конечно же, я. А мистера Пикла вообще не видно. Он где-то сзади. Так, это что? Подниматься по трубе? Серьезно? Я сейчас поднимаюсь по трубе? Ого, как это классно! Да, не думала, что я еще и умею, знаете, по трубе лазить. Ну, знаете, я такого вообще никогда не умела делать. Поэтому давайте вот так вот спускаемся. И что это? О, нет, опять мистер Пикл? Я не... Ты же то... Да что там был? Мистер Пикл? А, нет! О, смотрите, я в него кидаюсь! Вот этими шариками! Ты чё прямо около меня? Мне это не нравится, мистер Пикл. Я даже на себя не могу посмотреть, какая я молодец. Да, вообще. Это что вообще такое? Так, я почти его...
Замочила! Давайте, давайте, давайте! Ну, точнее! Так, 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 так! И все! Есть! У меня получилось! И все, мистер Пикла нет! Вот и все! А сейчас я просажу на свой школьный автобус! И еду прям на сам конец! Вообще классно же! Давай, сажусь в автобус и все! Всем пока! Я не могу войти в свой автобус. Я не могу войти в свой автобус. А, мне нужно нажать было, чтобы открылись бы двери. Все, сейчас просто едем. Ну, едем уже. Ставь лайк, если понравилось это видео. Подписывайся на канал и жмите колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. До пока. Переходи в следующее мое видео. Увидимся там.